Доброе утро! Сегодня мы приготовим завтрак, идеально сбалансированный по белкам, жирам и углеводам – брускетту с гуакамоле. Для этого нам понадобится один спелый авокадо, чиабатта, сыр моцарелла, листья шпината, зубчик чеснока, яйцо, лимон, прованские травы, паприка, соль и перец. Первым делом на мелкую терку натираем зубчик чеснока, измельчаем шпинат и при помощи вилки разминаем 100 граммов моцареллы. Чиабатту разрезаем пополам, поливаем оливковым маслом и обжариваем с одной стороны пару минут на сковороде. Берем спелый авокадо и извлекаем из него косточку, очищаем от кожуры и при помощи вилки разминаем его в пюре. Добавляем моцареллу, чеснок, соль, перец, паприку, прованские травы, сок половины лимона, 15 мл оливкового масла и хорошенько все перемешиваем до однородной консистенции. Готовое гуакамоле выкладываем на поджаренную чиабатту и равномерно распределяем. На разогретую сковороду со сливочным маслом разбиваем одно яйцо и слегка его поджариваем, чтобы белок схватился, но желток при этом оставался жидким. Выкладываем яичницу на брускетту с гуакамоле. Посыпаем паприкой, рубленым шпинатом и можем наслаждаться вкусным, сытным и полезным завтраком. Вкусный завтрак – отдельный праздник для жизни. Приятного аппетита!